Տարեսկզբի ավանդական զեղչեր կերամամարացից, ընդամենը 30 օր, 30% զեղչ, ավելի քան 2500 տեսականու համար, տարվա եսակի զեղչը սկսվեց, հունվարի 30-ից մինչև փետրվարի 28-ը, տարվա քո հնարավորությունն է դարձնել կյանքը նորավոճ, որակյալ և հարմարավետ. Այսպիսով կերամամարացիի սալիկների ու դեկորատիվ էլեմենտների ողջ տեսականին 30% զեղչով, կերամամարացի. Ողջույն, X-Factor-ի մասնակիցներին մի քանի օր առաջ հյուրեր եկել մի մարդ, ով անցել է նրանց ճանապարհ և հասել շատ մեծ հաջողությունների։ Մեր հայրենակիցը, ում ճանաչում և սիրում են Հայաստանում, Ռուսաստանում, Ուկրաինայում և այլուր։ Եվ այսպես Ուկրաինայի X-Factor-ի հաղթող Սևակ Խանագյանը մեր հայաստանյան X-Factor-ի տաղավարում։ Գնացինք։ Բարև ձեզ։ Так, инсталлен за робота. Монцек? Как настроение? А вы все участники, да? Да. С вами еще раз. Второй раз. Лишним не будет. Лишним не будет. Давайте так, все расслабимся сейчас и просто пообщаемся по-дружески, да? Считайте, вот я один из вас, если чем-то смогу как-то помочь, я с удовольствием отвечу на все вопросы. Если есть у вас вопросы, какие-то задавайте. Вопросов нет, всем спасибо. Расскажите, как вы начали свой музыкальный путь? Мой музыкальный путь начался очень давно, в детском возрасте. Я 7 лет занимаюсь музыкой, точнее, не занимаюсь, слово даже не подходит, я живу музыкой. Я без музыки не представляю свою жизнь. Я всю жизнь этой дорогой иду, ни разу не сворачивал, несмотря ни на что. И не свернул, даст Бог. Вот. У меня были трудности. Но я никогда в жизни даже не задумывался, чтобы сменить профессию, заниматься чем-то другим. Только музыкой. Я вижу свою жизнь в музыке. Вот. Ответил? Спасибо. Քանի որ իմ ու քո ժանրը իրարից տարբերվում է, բայց ինձ թվում է դու հարցում կարողան ասել ինձ օգնես. Իսկական հիփ-հոփը միշտ ապրել է ու ապրում է underground. Բայց underground վիճակը շահութաբեր չի. Գումար չի կարողանում վերել, էլի քիչ է բերում, կամ խոսքով չես կարա երկար ձգես դրանով։ Կոմերցիան երբ որ դառնում ես, արդեն դառնում ես ժողովրդի գերին։ Ոնց անել, որ համ underground-ը, համ կոմերցիոնը համատեղել նենց, որ չկորցնես քո ինդիվիդուալնեսը։ Ты знаешь, это очень сложный вопрос на самом деле, который меня тоже очень долгое время интересовал. Но у меня есть свое мнение на этот счет, если интересно, я могу сказать. Но оно абсолютно субъективное, я не знаю, работает ли оно или нет. Есть много примеров, на самом деле, людей, которые не шли на поводу у людей, а наоборот, людей тянули за собой. Понимаешь, да, о чем я говорю? Но это сложный путь очень. И мне кажется, надо быть героем, чтобы выбирать этот путь. Пожалуйста, выбирай, если хочешь. Есть другая история. Смотри, ну, ты правильно сказал, у нас жанры разные, поэтому... Я в твоем жанре не очень хорошо понимаю, но хотя можно сравнить все равно. Мне кажется, все равно самое главное, неважно в каком жанре ты работаешь и исполняешь, это все равно музыка, это все равно текст, но хип-хоп это больше, конечно, текстовая нагрузка, где ты несешь какой-то смысл своих текстов, ты хочешь что-то сказать народу. Точно так же я в своих песнях, но есть песни в поп-музыке, где нет смысла, но я все-таки такие песни стараюсь не петь, потому что мне обязательно, выходя на сцену, надо что-то донести зрителю и что-то сказать. Твоя история абсолютно похожа с моей. Поэтому, ну, мой совет, как бы, опять же, мое мнение, надо оставаться собой, быть честным с собой. Надо быть естественным, выходя на сцену, делать то, что тебе по сердцу. Это зритель чувствует очень сильно. Я считаю, что в этом будет успех. Сейчас, сейчас. Я сразу.
Давай. Классная прическа. Ահա ես գիտեմ որ դու մասնակցել ես մի քանի պրոյեկտների ու այնտեղ պրոյեկտներից մեկի ժամանակ դու կարծեմ ասել ես որ ինձ կարևոր է որ յաշիկով ցույց տամ մի անգամ թե ինչ որ ցած խոսակցին է գնացել ինձ հա այդ հարցի վերաբերյալ կուզեմ ասել օրինակ հիմա այդքան պրոյեկտների մասնակցելուց հետո դու գնացիր հետո X Factor ու ուզում եմ հասկանամ դու որ գնացիր արդեն գնում էր հաղթանակի համար, թե դու ուղակի մասնակցում էր, որպեսզի հայտնիություն ունենաս, ու հիմա օրինակ, որ դու արդեն հայտնի ես ձեր երկրում ու նաև բնականաբար Հայաստանում, ինչով է քեզ այդ օգնում, կամ դու հասար իրոք են քո ուզածին, ինչին որ պետք է հասնայի իրս քեզ. Очень хороший длинный вопрос, на который я буду долго отвечать. Я не знаю, насколько у нас эфирное время позволяет, я отвечу с удовольствием на этот вопрос. Очень хороший вопрос. Смотри, первый вопрос был про проекты, в которых я участвовал, да? Голос, главная сцена. Главная сцена и голос, на самом деле, ну, что-то мне дали, но минимум. Вы же все, и точно так же, как и я, приходим на эти проекты для чего? Для того, чтобы определиться со своей публикой, чтобы показать себя. Ну, грубо говоря, мы продукт, пришли себя рекламировать, да. Чтобы нас купили, грубо говоря, да, определить свою аудиторию. Вот эти проекты, к счастью, они существуют, и они нам помогают себя показывать народу. Вот. У меня не очень хорошо получалось на главной сцене и на голосе. На то есть свои причины, которые, ну, мне кажется, ясны. Или, если непонятно, могу объяснить. Просто когда тебе дают волю раскрыться и делать то, что ты хочешь, ну, это одна история. А когда тебе навязывают песню, которую ты бы, ну, может быть, не хотел бы петь, или как бы, ну, ты бы, может, что-то лучше выбрал бы, а получилось так, что ты спел это. Либо же, опять же, жюри, касаемо жюри на главной сцене, к примеру, да. Я спел свою авторскую песню «Когда мы с тобой», которую мне безумно нравится. Это мой первый сингл, она мне очень нравится, песня. Давай мы с тобой. Что по музыке, что по словам. Мне все нравится. Но кому-то из жюри это понравилось, а кому-то не понравилось. Кто-то посчитал, что это для России сложная музыка, это нужно петь на английском или на армянском языке. Понимаешь, то, что мне сказали. И в итоге, по субъективному мнению жюри, меня выбросили из этого проекта. Но я ни в коем случае не расстроился, не пустил руки, я пошел дальше писать свои песни, выступать со своей командой. Вот. Что касаемо X-Factor, почему я туда пошел. Когда я узнал про X-Factor, я думаю, ну, я после голоса решил завязать вообще с проектом и не ходить по проектам, потому что, ну, неинтересно уже было. Но когда я узнал, что на X-Factor есть такая возможность петь свои песни, вот именно на украинском X-Factor, да, я сейчас говорю, я с большим удовольствием собрался и поехал туда участвовать. Но не с целью победить. Всегда хочется выиграть, потому что если у тебя нет задачи выиграть, как бы уже неинтересно становится, а зачем это все? Но скажу следующее, мне не верилось, то, что армянин из России, исходя из ситуации в стране, как бы может в Украине что-то там выиграть или пройти хотя бы в финал, да? Я приехал, с большим удовольствием вышел на сцену и сказал, здравствуйте, я пришел петь вам свою песню. На что мне сказали, пойте, вот не молчи как раз было. Я спел свою песню, думал, ну сейчас скажут, молодец, хорошая песня, иди домой, как обычно, как бы. Но все получилось намного лучше, ну, остальное, по-моему, если смотрели, видели, что там получилось. Вот как-то так, по поводу «покажите в ящике», это для меня важно. Нет, это было не так, это было, знаете как, я на многих проектах участвовал в России, куда я приходил, и все почему-то решали и думали, что я готовый артист, и мне не нужны проекты. И говорили, иди выступай. А я говорю, да хоть раз уже в ящике меня покажите, чтобы было для кого выступать. Они взяли все, вырезали и оставили этот кусок. Покажите меня хоть раз в ящике. Вот такая вот история телевизионная, как обычно это бывает. Я надеюсь, я ответил на твой вопрос. Спасибо. Да, конечно. Им харца X-Factor и Верабериала, или? Иск иншназес авелишат окнел хахтел, авелишат окнел адзеранкер цуцюна бэмум. Ձեր հզոր ձայնը, թե ձեր կերպարը։ Ты знаешь, я, опять же, все, что я говорю, ребят, это я не какой-то профессор, я не какой-то умник, я такой же простой парень, как и вы все, и как бы простой человек, который, у которого что-то чуть-чуть получилось, да, чуть-чуть.
Я считаю, что это чуть-чуть получилось. Лично для меня, мне когда скидывают какую-то песню какого-то артиста, говорят, зацени, как поет. Я смотрю, говорю, ну, классно поет. И все, как бы. Вот все. Мне не интересен этот артист. Я не буду на него смотреть и переслушивать тем более. Потому что, ну, что-то мне не хватает. Ну, классный голос, на этом все. То есть на второй песне я усну. Как бы, ну, нет энергетики. Я всегда говорю, что главное для артиста – это естественность. Сейчас объясню, что я имею в виду, да? Это когда вот все, что ты сказал, в одном. То есть сочетание. Это абсолютно не важно, как ты выглядишь. Абсолютно не важно, как ты поешь. Абсолютно не важно, как ты одет. Понимаешь? И что ты поешь. Если ты в этом стопроцентно естественен, это понравится народу. То есть ты естественный. И каждую песню я пытался связать с собой. Если у меня даже в жизни не было такой ситуации, о которой я пою, я по-любому где-то видел эту ситуацию, историю, да? Вот я вам сейчас что-то рассказываю, вы внимательно меня слушаете, правильно? То же самое на сцене. Я выхожу и рассказываю какую-то историю в песне. Правда, с мелодией. Вот и все. Как бы, ну, мне кажется, вот это очень важно. Связывать все с собой и доносить, рассказывать. Будьте искренним, честным. Это всегда было, мне кажется, в цене. Вот я надеюсь, я ответил на вопрос. Вот как-то так. Ինչն է ձեզ ոգեշնչում, որ դուք կարողանում եք այսպես առաջ գնալ։ Ինչպես այսպես։ Այսպես ոնց որ հաղթող է։ Ты знаешь, на самом деле, я понял твой вопрос, спасибо. Ոգեշնչում, вдохновляет, да? Что вдохновляет? Вдохновляют такие большие артисты, которые, ну, я слушаю, к которым я стремлюсь, да? Есть примеры. На которых ты смотришь и думаешь, вот я тоже так хочу, я тоже хочу собрать стадион, выйти, и чтобы там 10 тысяч человек дышали со мной в такт. Вот хочу это. И для этого ты готов не жалеть себя, день и ночь не спать, я не знаю, там, кушать твердый хлеб, не выходить из студии недели и писать свои песни, творчество, и добиваться всякими способами своей цели. И когда тебе говорят, что неужели там, типа, почему ты не сдался, когда тебе сказали нет? Ты представляешь, сколько бессонных ночей? Мне 29 лет, я занимаюсь 7 лет музыкой. 22 года я занимаюсь музыкой, и какой-нибудь человек, который мне говорит в жюри нет, он может разрушить 22 года моей жизни? Нет. У меня руки не опускаются ниже вот этого. Я по жизни борец, у меня руки опускаются до сюда, и я дальше иду бороться. Я чем глубже падаю, тем выше взлетаю. Поэтому это все даже мне помогает больше. Надо быть борцом в жизни. Если ты хочешь свое взять, надо бороться за это. С удовольствием. Да, конечно. А бывало ли в течение X-фактора так, что вам давали песню, эта песня была вам просто не по душе, или была песня не в том стиле, который у вас, не в том жанре музыки, которая у вас хорошо получалась? Бывало ли такое? И если бывало, то как вы это все перебороли и как в итоге выступили? Да, понял вопрос. На самом деле, ну, вы знаете, я в разных жанрах исполняю, у меня, то есть я себя не ограничиваю одним жанром, то есть вот я пою R&B или соул, или там рок, или поп-рок, или фанк, да, то есть, ну, мне как пойдет, то есть и в этом, ну, мне не было сложности подстраиваться, то есть изначально получилось так, что я пел такие душевные, голосистые песни, и все думали, что вот только я такое пою, на самом деле у меня в душе это все... Грув, кач, вот это все, ну, как бы есть, это я люблю очень сильно. У меня даже авторские песни есть, как бы, в этой стилистике. Поэтому мне было это абсолютно несложно. Единственный сложный момент был, это был, знаете, момент, когда не то, что там песня не понравилась, наоборот. Я сам себе усложнил задачу. Я себе выбрал песню, с которой, которую я очень сильно боялся. Это была песня «Исповедь Носкова». Я так давно тебя искал, что позабыл твои приметы, не осуждай меня, Господь, за то, что я по пустякам тебя молитвой не тревожил, они не здесь, ударя, стою с протянутой. То есть это для меня очень, ну, душевно, очень серьезная песня и очень сложная. Поэтому вот, вот это было очень сложно, перебороть себя и это, ну, как-то донести правильно. Да, я не хотел настолько глубоко себя копать.
Но пришлось, потому что я только искренне пою, и я по-другому не умею. Գիտեմ, որ լինում է հուզմունք ելույթի ժամանակ. Ոնց է հաղթահարում այն, որ չխանգարի. Волнение. Да? Волнение, смотри, волнение всегда присутствует, это даже хорошо. На самом деле. Если уметь этим управлять, это даже на руку. Потому что мы все люди, мы живые люди, мы не камни, мы не можем не волноваться. Вот даже я на свои концерты выхожу, вот у меня вчера был концерт, я выходил, как бы, у меня есть волнение перед выходом на сцену. Волнение пропадает после того, как я открываю рот, начинаю петь, и я понимаю, что мне комфортно. Я все слышу, минус есть, все, мой голос мне нравится, я все контролирую, все хорошо. Все, я работаю, все нормально. То есть вот там пропадает уже как бы волнение. Да. А вот до этого я ни разу не было, чтобы, выходя на сцену, даже там, если 10 человек сидят, все равно присутствует какое-то волнение, когда ты выходишь на сцену. Всегда есть. Но перебариваешь-то тем, что не конкурс, не тебя судят, а выйти достойно выступить. Пришли на твой концерт, выйди и спой для них. Все для тебя. Вот как-то так. Что надо говорить? Не за что. Хочу узнать, вот во время голосования, когда идет голосование, твое ощущение. Потом, когда идут результаты голосования, ты стоишь с наставниками, со своими друзьями, с командой. Каково тогда твое ощущение? Ты волнуешься или уверен, что ты пройдешь? И самое главное ощущение, когда твое имя назвали каким победителем. Каковы были твои тогда? Так, смотри, по поводу голосования. Ты знаешь, я не могу сказать, что я прям волновался. Да, есть какой-то присутствовал вот этот ту-дух, ту-дух, и как будто тебе молотком по голове вот эти вот. Она еще тянет вот это вот. Там, и ты думаешь, да блин, я что, на ринге иду бороться? Ну давай уже назови там кого-нибудь, прохожу или не прохожу. Волнение какое-то именно присутствует там вот за счет атмосферы, понял? Вот это вот звуки, вот это все, это же психологически на тебя действует, и ты волнуешься. И многие люди мне пишут, что ты по-любому знал, что ты выиграешь. Ты стоял и улыбался, когда Детач нервничали в финале. Я говорю, а потому что я был уверен, что уйду я, они выиграют, потому что они украинцы, а мне не дадут выиграть. Ну, я был уверен. И поэтому я стоял, улыбался, готовясь к тому, что я с улыбкой иду на сцене домой, все, они выиграют как бы. Поэтому я абсолютно не волновался. И когда назвали мою фамилию, что я выиграл, я был крайне удивлен. Переможцем сьомого сезону шоу «Х-Фактор» стає Сєва Харагян! Честно, я представлял, если я выиграю, я, наверное, у меня эмоции будут какие-то, а я ничего не понял. Что, победил? Да, классно, спасибо. И была смешная ситуация, я забыл как-то, обычно я телефон с собой не беру на сцену, а то я взял телефон с собой на сцену, и представляете, кто-то додумался в прямом эфире, когда меня объявили победителем, звонить мне. То есть этот человек о чем думал, что я сейчас подниму телефон, скажу, подождите, сейчас. Да, брат, я победил, спасибо. Вот, а такого волнения, да, волнение присутствует, естественно, внутри, но, я не знаю, не от того, что пройду или не пройду, точно не от этого. Для меня всегда важно было выйти и достойно выступить. Это самое главное, всегда было. Не пройти дальше, а достойно выглядеть. То есть для меня было бы хуже спеть плохо и пройти дальше, чем спеть хорошо и уйти домой. Вот. Надеюсь, ответил на вопрос. Բանակ որ հիմա արդեն հայտնի ես, էլի դեք գիտենք սասան։ Հայտնի ես Սևա Խանաղյանը։ Այն ժամանակ օրինակ որ առաջի անգամ եմ որ զգացիդ որ քեզ ճանաչել են, օրինակ դուրս է Ուկրաինայում, չէ՞, օրինակ։ Քայլել ես, օրինակ մի հոգի քեզ ճանաչեց, օրինակ չես փռոցած, ճանաչեցի։ Это на самом деле... Это до сих пор происходит на самом деле. Это до сих пор происходит. Сегодня буквально пошел там, ну, неважно, в банк зашел, там, деньги поменять просто. Я только зашел и такой... И я пришел и другу своему, как раз Альберту рассказывал, как бы, я говорю, вот такая история. То есть, когда я прилетел там в аэропорте, да, я только вышел, и пограничники со мной там фотографируются. Ну, прикольно. Но самая прикольная история была, когда в самолете я иду просто. И вот тогда я понял, что происходит вообще. Мне рассказывали друзья отсюда, звонили, что тебя тут знают все. Я говорю, да ладно, ну, по-любому там преувеличивают, там 5 человек знают, они там 90 знают. И в самолете прохожу, а девушка меня узнала, походу, и только стала. Я вот здесь прохожу, и она так с телефона, вот так раз. И селфи пытается поймать, пока я пройду, чтобы со мной селфи сделать. А мы с Альбертом идем, такой, я иду такой, и себя не потерял, подошел к ней, и я говорю, давай.
Она такая, забыла, я дальше пошел просто. Это было прикольно, да. Ну так, конечно, про это разговариваешь, это приятно, об этом хочется говорить, что, блин, прикинь, вот как бы люди узнают. Как бы, так. Для меня это как бы, вот, не считаю себя супер популярным каким-то, но, естественно, это приятно, когда тебя узнают. Это безумно приятно, когда тебе подходят, не просто узнают, говорят, а подходят тебе и говорят, там, спасибо большое, там, вы наша гордость и все такое. Вот от таких моментов наш мурашки, понимаете, по телу, ты чувствуешь себя нужным. Чувствуешь себя нужным. И это прекрасное ощущение. Так, кстати, ребята, с большим удовольствием приглашаю, приходите, буду рад. 12 марта у нас будет концерт. Приходите с удовольствием. Все, ребята, всем спасибо, рад был знакомству со всеми. Очень было приятно. Удачи всем!